Итак, собственно говоря, вот это вот переключилось, уже забыла, о чем говорила. В любом случае, дорогие мои друзья, нас домовой бывает, что и наказывает, но мы сами тому виной. Ну, во-первых, в доме лодырей, которые ничего не хотят делать, в доме пьяниц, а также людей достаточно скандальных, домовой ведет себя однозначно. В воспитательных целях он может вас побеспокоить, не вас, а тех, о которых мы говорим, может, например, побеспокоить, пытаться душить, пытаться бить посуду, портить технику бытовую, которая у вас есть. Он таким образом настраивает вас на то, что пора взяться за ум. Домашний дух прежде всего переживает о благосостоянии вашего дома. Если он видит, что вместо того, чтобы работать по его усовершенствованию, вы просто или кто-то там другой в этом доме начинает бесчинствовать, ничего не делает, а только растрачивает имущество, пускает его на ветер, то тут, конечно, домовой может за это имущество и вступиться. Но напоминаю, если у вас домовой каким-то образом начинает вам вредить, мешать и так далее, это говорит о том, что вам надо пересмотреть, насколько вы в конце концов ответственно относитесь к своему дому, к своей семье, все ли с вами благополучно. Если в доме живут труженики, люди верующие, люди, настроенные позитивно на эту жизнь, домовой им только помогает и способствует. И поэтому я могу вам сказать, что остерегаться домового в его не лучшей ипостаси могут только те господа, которые совершенно не желают ничего делать ни для себя, ни для своей семьи, ни для своего дома. Где заходишь в дом, и там пустыня Гоби, полная разруха, куча бутылок, все разбитое, разрушено. В таких домах, конечно, и да, если даже домовой каким-то образом зацепится, то ему там явно некомфортно. И с таким положением дел он постарается бороться всеми возможными средствами, причем очень нелицеприятными. Правильно говорят иногда, что домовой душит. Души для того, чтобы человек в конце концов имел возможность взяться за ум. Ну, если у него другого нету, нет другой возможности, то он будет душить, почему бы нет. Но я еще раз вам повторяю, в домах, где уют, где ценят друг друга, любят, где переживают за то, чтобы в доме всегда было благоденствие, где живут труженики и прочее, домовой ведет себя совсем по-другому. Вот многие говорят, а как вот выглядит домовой, вот как его можно увидеть и так далее. Могу вам сказать насчет того, чтобы увидеть, домовой не склонен вам показываться. Если вы видите домового, это, будем говорить, какая-то особо крайняя мера. Может быть, он вас пытается защитить от чего-то и появляется. Может, хочет напутствовать вас на что-то, но да, это достаточно редкое явление. Ну, в моей жизни были моменты, когда мне пришлось увидеть что-то такое, чему нету определения по сей день. Но дело в том, что если бы я когда-то не видела этого, я, может быть, в домового бы и сама не верила. Могу вам рассказать из своей жизни случай. Событие этому где-то было в 87-м году. Почему запомнила? Потому что, собственно говоря, вехи такие еще, и ребенка еще я, так сказать, не родила. Работала в школе, поэтому у меня даже пометка есть на этот счет, что это событие меня потрясло. Настолько потрясло, что помню его до сих пор. И выглядело это следующим образом. Я пришла с работы. Для того, чтобы вам было понятно, маленькая такая спальня у нас была, как и вот во всех двухкомнатных квартирах, крошечная, 10 квадратных метров, стоит двуспальная кровать, причем с таким расчетом, что получается одна кровать придвинута к стене и вторая плотно к ней. Зазора между кроватями нету. Вот, получается. И пианино, и промежуток между пианино и кроватью всего 1 метр. И вся комната закончилась на этом. Вот лежу я, сплю после работы, отдыхаю. Открываю глаза, вроде бы окно.
Фонарь горит. Мы жили на третьем этаже. Как раз вот этот фонарь светит в окно. Все вижу. И контуры вижу. И то, что в комнате вижу. Как бы ничего такого особенного. Слышу, что звон ключей, как будто кто-то дверь открывает. Муж возвращается с работы, но все не все как всегда. Заходит кто-то в двери, становится в дверном проеме, и вот так вот руками упирается в короб и стоит. Я говорю, слышу свой голос, что я его зову по имени, но только как-то странно говорю, с каким-то вот таким медленно очень проговариваю слова, как будто мне что-то мешает. Зову его по имени. Вот он молча проходит, садится рядом со мной, руку через меня переставляет. Вижу его пиджак, вижу, как вот он водителем работал, вот тут кончик пиджака этого рукава запачкан мазутом. Даже слышу запах вот бензина, который постоянно сопровождал его приход. И вдруг мне приходит на ум, а как он может со мной рядом сидеть, если рядом еще одна кровать? И он не может со мной сидеть, потому что а где его ноги тогда, как он их, собственно говоря, поставил? Я до сих пор помню, я совершила такой прыжок, чтобы включить свет. Я попала в этот узенький проем, каким-то образом не поломала ноги, резко включила свет, и никого не было. Меня это настолько потрясло, и минут через 15, как ни в чем не бывало, приходит мой супруг с работы. Естественно, когда я ему стала рассказывать про такое явление его номер два, он, конечно, мне не поверил, да и никто мне не поверил, но я это видела своими глазами. Это было настолько явственно. Потом я стала разбираться с этим вопросом, почитала интересную литературу, и я склонна верить в то, что это было, собственно говоря, явление домового. Почему я еще так смело теперь об этом рассуждаю? Собрав достаточное количество информации на этот счет, я определилась, во всяком случае, с тем, что домовые чаще всего принимают облик тех людей, которые проживают в доме. Для того, чтобы появиться кому-то, и для них это самый естественный момент. А поскольку все-таки домовые – это наше воплощение, по большому счету, то и неудивительно, что они хотят быть похожи на своих хозяев, ведут, можно сказать, человеческий образ жизни. И, как утверждают знатоки этого дела, знатоками являются, конечно, знахари всякого рода. У нас сейчас литературы никакой на этот счет не найдешь. Но в свое время перепечатки, а также заметки вот этих старинных знахарей, сибирских там, ну, ведунов таких вот, они все равно где-то же сохраняются потихонечку. В эфир они выходили, кто-то где-то печатал, там, например, записки каких-то знахарей и так далее. Никто не отрицал, что домовые были. Случаев, особенно до революционной России, было собрано огромное количество. Они становились достоянием публики, даже печатались в газетах в свое время и так далее. Поэтому информация на этот счет есть. И считается, что наиболее часто домовой может появиться вот таким вот двойником хозяина. Что мне пытался сказать домовой, я не могу сказать. В моей жизни никаких ни отрицательных, ни позитивных событий после этого не случилось. Обыкновенная была рутинная жизнь, но то, что это было 100%. Есть еще у нас один случай из жизни, который случился не со мной, но с членом нашей семьи. Ночью было явление такое. Некая двухметровая личность пыталась воздействовать на спящего человека. То есть, получается, молодой человек отправился спать. Ночью вдруг ему показалось, что на него кто-то смотрит. И кто-то дверью скрипит туда-сюда. Эта дверь вот так со скрипом движется монотонно. Он, естественно, проснулся и стал смотреть.
Как вроде ничего такого. Дверь скрипит, а ничего не видно. Он встал, начал смотреть, кто там, где там ходит, что это такое. Все спят. Лег опять. Опять дверь скрипит. Взял он, повернулся. Стоит такое двухметровое огромное чудо. В какой-то силуэт только не видно ни лица, ничего. Похоже, как в плаще и в какой-то, как шляпе. Но видно, что так громоздкое. Ну, у нас молодые люди, они ж по-разному. Я бы, наверное, сошла с ума бы и уже с этой койки не встала. А он начал вести разговор. Он говорит, кто ты, что ты? Оно все молча. Повернулся и чувствует, что эта фигура, вот эта вот черная, она и на него навалилась. Не может он ни туда, ни сюда повернуться. Потом отпустила. На следующее утро у нас была, конечно, тема обсуждения. Что это, кто это, что это? Тогда он, получается, у нас только появился в доме, приехал. Вот. И я думаю, что домовой, может быть, его просто проверял. Вот. Смотрел, кто это за новый жилец, что это такое, и как с ним поступать, что с ним делать. Но к нам такое не приходило. Но в любом случае, дорогие мои друзья, все это было действительно реально, вот из нашей жизни. После этого я, конечно, уже поняла, что какие-то все-таки сущности вокруг нас водятся, и что-то все-таки вокруг нас происходит, потому что иначе быть не может. Иначе что же мы видели? Я склонна, после того, как я что-то подобное ощутила в своей жизни, я уже была склонна верить рассказу нашего члена семьи, который взахлёб утром говорил, что с ним произошло. Это как раз вот потом, если сравнить с тем, что мне удалось узнать о домовых, это как раз их естественное совершенно состояние, когда они желают показаться людям. Плохо, конечно, что он пытался отдушить, но мы ничем перед ним не провинились, и более он нас не навещал. Но я точно верю в то, что после этого мы стали задабривать нашего домового, отмечать ему дни рождения, всячески его приветствовать, уважать, ценить. И он нас перестал беспокоить в таком вот явном, так сказать, виде. С другой стороны, я всегда знаю, что у моего дома есть душа. Вот в некотором смысле, когда люди заходят, особенно если это первый раз, когда они нас, собственно говоря, не знали, вот заходят, дом, говорят, у вас так уютно, у вас хорошо. Я думаю, что в некотором смысле это заслуга и домового в том числе. Напоминаю, что когда никогда не имели возможности с домовым контактировать. Может, вам и покажется, что это все странно, печально или какие-то страшные сказки. Но тем не менее, дорогие мои друзья, я вам советую все-таки попробовать хотя бы один раз в жизни, вот 7 февраля, попытаться обратиться к своему домашнему духу. Вы не представляете, насколько это здорово, насколько это интересно и полезно будет. Я больше чем уверена, что если вы это сделаете искренне, не пожалеете для него двух конфеток, обратитесь к нему уважительно, вы увидите, как вокруг вас начнет в позитивной степени меняться ваша жизнь. У вас в доме будет больше счастья, больше улыбок, больше удовольствия. У вас будут удаваться ваши дела. Одинокие люди обязательно, я думаю, в скорости познакомятся с тем человеком, который им прописан по судьбе. Почему я так говорю? Потому что за уважительное к себе отношение домовой очень много в чем может вам помочь. И прежде всего, конечно, его сфера влияния на вас лежит в помощи по хозяйству, в защите вас от грабителей, воров и прочей нечисти. Также, чтобы у вас все ладилось, чтобы техника у вас работала исправно, чтобы, как говорится, у вас в кошельках приумножалось, на столе всегда была еда вкусная и прочее. Вот за это у нас все отвечает наш дорогой домовой. Поэтому я думаю, что такое присутствие, такое существо нам, конечно, нужно.
Почему я могу так смело утверждать, что он отвечает именно за эти сферы? Дело в том, что в образе домового, я уже говорила вам, что у него языческая сущность, и в нем сконцентрированы все лучшие качества языческих богов. В основном скажу, что это одни из основных богов. Нам сейчас просто я вам в двух словах еще раз упомяну. Первый бог Велес, который был защитником скота и сельского хозяйства, он является в некотором смысле прообразом нашего домового. Во всяком случае, домовой отвечает еще и за сельское хозяйство ваше, если вы работаете в этой сфере, за ваших, в конце концов, домашних питомцев, если они у вас таковые водятся, или за то хозяйство крепкое, если вы живете в сельской местности и держите скотину. Прежде всего, понятное дело, что Виллис не только отвечает за скотину, он еще, собственно говоря, обещал хозяевам здоровье. Поэтому и домовой послеживает за тем, чтобы вы вели здоровый образ жизни. И если он вас поддушивает, дорогие мои друзья, подумайте, случайно не увлеклись ли вы какими-то пороками, потому что домовой искренне и очень ревностно переживает именно за вас, за ваше здоровье. Поэтому если вам самим невдомёк, что вы не то что-то делаете, то домовой вас наставит на путь истинный, ну, возможными для себя средствами. Он вас будет пугать, он вас будет душить, он вас будет каким-то образом о себе напоминать. Но во всяком случае, если с вами, не дай бог, проходят такие вот ситуации, помните, что вам просто надо с собой подразобраться. Домовой просто за вас переживает. Это первонаперво. Вот. Следующий момент. Виллис у нас еще отвечал, как вы помните, я вам говорила, за торговлю, за ваши, собственно, коммерческие мероприятия. Поэтому, если вы напрямую завязаны с этой сферой, дорогие мои друзья, то вам, домовому, конечно, надо лишний раз поклониться, потому что в вопросах торговли, коммерции, связи всякого рода, приумножения в этом смысле вашего богатства, домовой великий помощник. Так что уж вы уж, пожалуйста, перед ним не забудьте, как говорится, повиниться, если вы в него не верили. Вот, и заручиться его поддержкой. Ну, понятное дело, дорогие мои друзья, что основные моменты, где домовой вам может помочь, я перечислила. Но дело в том, что ни один Виллис поделился своим характером и своими возможностями с домовым. Женская сущность Мокаш, древнеязыческая богиня, она, конечно, на вид не очень была красива, но, тем не менее, сущность ее была велика. Она, это была богиня судьбы, она прила свою нить и определяла судьбу человека. Вечно крутится нить, и в момент, когда Мокаш обрезала эту нить, заканчивалась земная жизнь человека. Ну, а с точки зрения применения ее в хозяйстве, то это естественно, что это женская сущность нашего домового, скажем так, это раз. Эта сущность, конечно, покровительствует прежде всего хозяйке дома, поэтому говорим, что домовой, который впитал ее черты, не только хозяину дома помогает, но переживает и за хозяйку. И более того, считается, что у домового есть женская сущность, это так называемая домаха, которая, собственно, приняла те же основные черты Мокаши. Она тоже придет свою нитку. И вот мы иногда делаем вот этих кукол славянских, которые приносим домой для помощи себе. Так вот, дорогие мои друзья, вот эти наши куклы, которые мы создаем для благополучия семьи, они есть языческие богини, о которых мы сейчас говорим. В частности, самая старшая из них была Мокаш. Так что помните, что наши все вот эти вот ритуальные себе посылы на удачу идут из очень древних, даже до христианских времен. И если они еще до сих пор живы, это только потому, что так или иначе мы не можем напрямую, может быть, пообщаться со своим домовым. Но вера-то в него велика, иначе бы эти все ритуалы давно закончились. Человеку нужно это настоящее, житейское, бытовое счастье, за которое отвечает наш домовой.
его женская сущность, которую мы как бы приветствуем, создавая вот эти вот домашние куклы-обереги. Ну вот, что еще можно сказать про мокош? Мокош может быть прийти к нам в виде жены домового, доброй, домахи так называемой. Она будет точно так же прясть свою нитку и во всем помогать хозяйке дома. Но если хозяйка дома немножко имеет склочный характер, большая скандалистка и без скандала жить не может, то тогда ее сущность будет уже не в виде домахи, а в виде кикиморы. Так что уж извините, дорогие дамы, но, как говорится, какой поп, такой приход. Если характер ваш склочный, и сами вы крутого нрава, то и женская сущность, которая вашего домашнего башка, будет весьма нелицеприятной. Она будет такая же склочная, печальная и скандальная сущность, и будут звать ее кикимора. Так что повоздержитесь иной раз скандалить в доме.